Это последние дни августа. Я еду к Алисе на потрясающий вечер. О боже, я сниму влог, а там смотрит тетя. Ну ладно. У меня целый шопер с фруктами. Я очень счастлива, очень соскучилась по девочкам. И просто будем болтать обо всем. Еще я сейчас пойду в электричке. И я так люблю электрички. У меня было хорошее настроение. Мне не хватает, знаете, жабы. У нас на вот, когда я ходила, валим, ну типа это как бы на... А, это фигурки вот эти, фигурки, да, талисман, то есть какой-то вот человечек. Вот, сейчас я закину чай, и сначала я тоже его залью кипятком и сразу вылью, чтобы листочки начинали раскрываться. Да, кстати, чай, так, типа. Хочешь тоже начать? Родной! Вместо жабы будет красиво. Да-да-да-да-да. Типа долгое время, месяц, может 2 месяца уже. Так, я, наверное, сейчас это пойду отнесу. Целый пакет с огурцами для Никиты. Молодец. Да, да. Ой. Ой, ну ладно. Ничего страшного. Ну хорошо, вот теперь все прибери. Вот так вот сиди. Вот это сейчас. Нет, положи. Тяни. Блин, надо так делать. Вчера мы разобрались, мало.
Я даже не буду делать вид, что я делаю что-то. Привет, Джон. Я хотела рассказать о том, что сейчас происходит в моей голове и как я с этим живу. А еще у меня очень музыкальный стук, да, он разговорчивый. Я перехожу на 4-й курс. Это последний курс в моем колледже. И в этом году, ладно, в следующем году я буду сдавать диплом, писать голосы, переживать насчет дальнейшего поступления, потому что я понятия не имею, куда я хочу. Нет, хорошо, я знаю, куда я хочу, но туда мне вот так не попасть, и нужно было готовиться раньше. Я до сих пор не изучила систему, как мне нужно готовиться, чтобы мне получилось туда попасть. Я не уверена, смогу ли я, куда мне потом, брать ли мне гэп-йер, потому что сейчас мне 18 лет, через пару месяцев мне 19, которые я очень хочу хорошо отпраздновать. Да. Это единственное, что я знаю, это единственное, что меня успокаивает. Мне невероятно грустно из-за того, что мои друзья уезжают, разъезжаются. Про подружку, которая живет в Москве, я молчу. Про Никиту, который приехал всего на месяц и снова уезжает на полгода в Москву, я тоже молчу. Про Алису, которая тоже уезжает на полгода, я тоже молчу. Это очень сложно, когда уезжают друзья, когда они разъезжаются. Слава Господу, мы живем в 21 веке, у нас есть телефоны, у нас есть все, мы можем общаться, но это все равно не то. Хватает очень физически людей, с которыми тебе комфортно, которых ты любишь, которых ты знаешь. Кстати, после похода на джаз я жестко заболела, я пролежала один день с температурой 38. Это было что-то непонятное, но сейчас я в полном здравии, все отлично. Сегодня, я надеюсь, мы увидимся с Никитой, и завтра, скоро в Шарагу. Я буду романтизировать. Надо бы мне это читать за сентябрь. Ее. Это Мэри Вентура и Девятое королевство Сильвии Плат. Сборник рассказов ее очень крутой, очень пугающий в стиле Сильвии. Больше всего мне здесь нравятся отрывки из ее дневника, отрывки записных книжек Кембридж. Очень рекомендую. Вау. К учебе я готова. Никак не готова. У меня есть две тетрадки. Это мой жесткий back to school. Больше у меня ничего нет. Не собираюсь ничего покупать и готовиться. Ладно, нет, я покупила одежды. Я, кстати, на Авито продаю свои вещички. Я оставлю ссылку в комментариях. Какой позор. Хочу очень пару вещичек купить и быть радостной. Ходить перед парами за черным кофе, конечно же. И иногда себе позволять булочку с вишней вместо вишневого пирога. Я надеюсь, кто-нибудь понял ссылку на Twin Peaks. Так и на пряной латте, это, конечно же, с моей Женей. Мы будем бегать по пейперкапам, по нашим кофейням, по пятерочкам магнитам за тыквенным пюре, чтобы потом приготовить тыквенную пряную латте. Еще я очень хочу связать одну вещь. Я не знаю, получится или нет. Это вот такой холдер для бутылки, как сумочка, вязаная для бутылки, для термоса. Это так красиво и круто. У нас все будет хорошо. Наверное, в первую очередь эти слова адресованы мне самой. Ой. Вот прям вот в эту точку. А почему ты так умрёшь? Я себя чувствую им.
Там люди. Да, с ровными спинами. С ровными? Угу. Если я криво... Не снимаю, чтобы не было. Ой. Детишка. Хорошо. Чего ты говоришь? Я надеюсь, если она останется в SD-карту куда-то, то да. Должна. Я думала, что нельзя. Еще не забыла. Крылья ангела не забыли. What's up, dude? То есть сладкое и теплое. Также сегодня я для нее сделал концерт. Но вчера ночью мне было дурно. 5 минут. До завтра! До завтра!